Приготовьте охлаждающую, вкуснейшую окрошку по рецепту известного украинского актера Владимира Горянского. Чтобы научиться готовить эту окрошку, я приехала к Володе на дачу. Привет! Спасибо огромное, что пригласил. Это с моей грядки. Какая прелесть! Только что срезал. Я уверена, что нас сегодня ожидает множество сюрпризов у тебя в гостях. Мы с тобой будем ловить раков, чтобы приготовить окрошку с раковыми шейками. Так что сперва, готовить пойдем или что, раков что ли ловить? Пойдем ловить раков. Давай. Вперед. Здорово. Ну что, Надюш, вот оно, заветное место. А ты уверен, что там есть раки? Ты знаешь, я решил проэкспериментировать, говорили, что здесь вот неплохо, потому что в прошлый раз я ловил вот там. Ага, будешь тянуть, да? Да. А они как прыгнут? Нет, они не прыгнут. Есть! Слушай, это у меня первый раз такой большой улов раков. Но я, правда, сама не ловила, но ты мастер. Отлично, ты понимаешь? Представляешь, да, благодаря тебе. Так что можно прям идти и из них сейчас готовить. Да, да, да. Класс. Я тебе не буду помогать, хорошо? Нет, не надо. Ты мне будешь помогать их варить. Ага. Так, ну, наши раки, по сути, готовы к тому, чтобы их бросить. Я уже приготовил, видишь, водичка закипит. Ну, мы их хорошо помыли, вот, чтобы не было никакого запаха и так далее. Я уверена, что большинство людей не подозревали, что можно окрошку готовить с использованием мяса раков. Слушай, что нам понадобится для этой окрошки помимо раков? Вот раки у нас есть, здесь 10 штук. Ты сказал, что нужно 10 штук. Ну да, мы делаем порцию на троих. Вот так. Поэтому 10 раков это достаточно. Нормально. Хотя окрошку раковые шейки не используют. Вот именно. Поэтому нужна зелень, любая, вот какую вы любите, черемшу, укроп, петрушка, ну все что угодно. Огурцы обязательно. Свеженькие. Обязательно яйца. Уже сварили в крутую. Хрен и сметана. Ну и, конечно же, квас. Квасок. Представляешь, я слышала, что американцы даже используют для приготовления окрошки или то, что у них похоже на окрошку, обычную газированную воду или лимонад. У нас тоже используют. Я тебе должен сказать, что я часто пользуюсь, ну, когда классическую окрошку делаю, то использую айран. Айран – это кефир с газированной водой. Супер. По сути, можно самому делать это кефир и добавлять газировки. У вас получится прекрасная основа такая жидкая для блюда. То есть часть ингредиентов у нас как для традиционной окрошки. Раки – это, можно сказать, изюминка. И самое время, мне кажется, их сварить, если там уже есть кипяток. Да, да. Да? Рецептов, в чем варить раков, ну, очень много. Угу. Молоко, пиво. Вода с укропом. Понимаешь? Но мы варим с водой, с укропом. Обязательно перед горошком можно бросить. Обязательно подсолить воду, естественно. И варить 12-15 минут. Потом нужно дать настояться. Мясо, оно такое станет мягким, но не разварится. И будет очень вкусным, аппетитным, и будет сохранять свою форму. Почему ты так вкусно рассказываешь? Или я голодная? Ну что, время пришло. Варить раков? Да. Я должен сказать, что раков нужно варить только живыми. Ну. Не будем о грустном. Да. Ну что, берем соль, перец. Я беру вот это обязательно. Укропчик. Укроп, петрушечку. Соль, перец. Ага, да. Я помогу тебе. Так, все взяли. О, отлично. Солим. Да, да, солим. Добавляю перец горошком. Ага. Штук 6-7 хватит, да? Да. Угу. Так, ну и бросаем зелень. Ну, вперед. Оп. Все, накрываем, да? Накрываем. Ага. Да, все, ждем 12-15 минут. Главное не переварить. Значит, раки будут вариться 12-15 минут, а потом еще настаиваться минут 15. Да, 15 минут. До идеального состояния. Давай тогда по чашке кофе выпьем, я принесла. С удовольствием. Ну, а я кипяток и чашки несу. Угу. Спасибо. Вот тебе кружечка. Насыпай. Угощайся, пожалуйста. Спасибо. Нескафе Классик. Все начинается с Нескафе. Ну, как здесь хорошо, я уже видела. Хочется посмотреть, и как в доме у тебя. Экскурсию, да? Да, да, с удовольствием. Пойдем.
Ой, как хорошо. Уютно и с любовью. Ну, старались. Вов, а кто на инструменте играет? Ну, это Маша иногда любит побаловаться. Угу. Кстати, это Конрад Краузе, настоящий инструмент. Ему, наверное, лет больше, чем 100 точно. Ого! Это бабушка Маша на день рождения подарила. Это уже теперь семейная реликвия, да? Да, да, да. Здорово. И еще, конечно, сразу камин бросается в глаза. Красиво, да, очень. Да, камин. Я долго подбирал из росы и нашел. Вот именно то, что я хотел, это ручная работа. Вот, вот такие камины были, наверное, много-много лет назад. Но он работает, то есть когда зимой холодно, конечно. Он приезжает. Да, греет и душу, и тело. Здорово. Ну, пойдем, пару портретиков покажу тебе еще. Ого! Целая картинная галерея. Да нет, ты что. Это там, дома. Это подарок, по сути, студента-выпускников Академии художеств. Вот там я вижу необыкновенное. Это что, бисером? Это бисером, да. Это все вышито бисером. Кто ж тебя тоже вышил бисером? Вот поклонница такая девочка, которая на 50 лет вдруг приносит мне этот портрет. Это шикарно. Да, это спасибо, такая любовь. Спасибо ей. Ну, а вот там в углу это просто доказательство того, что твое необыкновенное чувство юмора тебя никогда не подводит. Это, Шарши, ты его сохранил. Это моя бывшая теща, можно сказать, купила в Херсоне. Он стоял как образец, где вот художники, которые рисуют. Она говорит, это можно купить? Я говорю, нет, это образец. Нет, можно купить? Это и, короче, взять. Да, взять. И она ее и подарила, и привезла мне вот Тамара Николаевна этот подарок. Ты в стольких образах уже побывал, хоть успеваешь смотреть сериалы, в которых снимаешься, Володь? Вот честно сказать, ну, что-то иногда смотрю вообще. А знаешь, анекдот есть свежий про это дело. Встретились две подружки, одна другая говорит, слушай, ты смотрела вчера вот сериал был вот этот, как он называется? Ну, еще там актер был, как его фамилия, ты его знаешь. Ну, ты такой его знаешь, да. Да, и артистка тоже, она много снималась в этих фильмах. Говорит, слушай, надо идти домой, пока дорогу помню. Так и у тебя, наверное, думаешь, господи, где я снимался? Вот была интересная роль, а где? Поэтому лучше об этом не говорить. Ну, наверное, вот эта картина все-таки такая самая здесь главная, центральная. Ну да, это Машин такой вот портрет. Она вообще лев по гороскопу и очень любит льва. И на 10 лет, на день рождения, я заказал вот эту картину и подарил Маше. Потому что 10 лет – это такой возраст. Юбилей. Чем увлекается? Ой. А, кстати, мы сейчас поднимемся наверх. Она буквально была автором дизайна своей комнаты. Ого! Да, уже из детской, чисто детской комнаты, она уже сделала комнату уже юной подростка. Да, да, девочки. Мы можем посмотреть, конечно, что она там придумала. Это все сама. Давай. Ну вот, только что закончили вот этот ремонт, который придумала Маша. Ага. Этот дизайн, вот люстру купила, вот выбрала, я не вот знаю. Вот как интересно. Да. Ну, еще вот осталось нам еще повесить картины. Ну, в общем, есть работа. Все это идеи уже, ее, да? Обжить. Все идеи ее. Слушай, ну вот как эти ты вставки, вот видишь, если. Вот видишь, она разделила как бы, вот такой выбрала. Обои она выбирала сама, естественно. Все детали. И получилась вот замечательная такая легкая, воздушная, светлая комната. Это что, да, мне очень нравится. Вот чувствуется, что у нее уже есть свое представление, да, о том, как, да, должна ее комната выглядеть. Слушай, время поджимает. Наши раки уже подоспели. Точно. Вперед. Угу. Так, Надюш, мы, кажется, увлеклись. Надо уже бежать. Ага, уже снимай. Готовы? Ну, готовы. Так, можно на досточку. Ай-яй-яй-яй. А, давай. Красота. А теперь я хочу, чтобы ты ощутила аромат. Это божественно просто. Я думаю, это уже можно кушать. Кстати, это окрошка! Нет, я понимаю, что мы на полпути. Раков, наверное, нужно достать. Давай. Достаем. Угу. Они немножко остынут. Ну, красавцы. Есть. Зелень дает такой аромат. Просто... И наваристый. Слушай, это вот сейчас такой опасный даже момент в приготовлении окрошки, потому что есть искушение просто съесть раков и все. Не говорю уже все. Так, теперь им нужно немного остыть, а нам есть чем заняться, да? Да. Ну что, мы готовим наши заготовки, как бы режем, мельчим и
Засыпаем, а раки пока чуть-чуть пусть остынут. Команда. Чистим огурцы, а я, наверное, буду все-таки яйца нарезать, да? Да. Ну, вот ты говорил, что частенько готовишь окрошку. А какие еще блюда есть у тебя такие, знаешь, твои фирменные? Или ты не готовишь? Готовлю. Готовишь? Не, ну, во-первых, мясо, естественно. Угу. Морепродукты. С удовольствием. Обожаю. Недавно мы готовили баранину. Вот это каре баранины, ну, вообще потрясающе. То есть для тебя не проблема? Время, абсолютно. Лишь бы было время. Не проблема. А вообще вот на даче, когда ты здесь отдыхаешь, ты как, рано встаешь или спишь до обеда? У тебя же такой напряженный график, хочется отдохнуть. Это все зависит от гостей, так, от проведенного вечера и так далее. Когда, конечно, здесь спокойно, там, с Машей, там, с семьей, то, естественно, рано встаешь. Если большая компания, то... Бывает, Маша... что ложимся очень рано, в 5 утра или в 4, да. Но я так понимаю, что Маша, несмотря на то, что она в таком возрасте, когда некоторым детям не нравится бывать на даче, она любит это она место, она очень да? любит. Во-первых, она любит готовить. Угу. Вот если Маша на даче, она всегда готовит завтрак. Прекрасно. Встает тихо, чтобы все спали. Если я вдруг поднимаюсь, она: «Папа, спи!» Я еще не готова. Да. И я слышу на кухне какой-то шум такой, все там это. И потом она любит, чтобы уже выходили к столу, когда уже все накрыто, все готово. И она говорила, вот, она приготовила, она действительно очень хорошо готовит. Ну, а как насчет пошалить? Ну, это как же, дети должны шалить. И Маша это делает с огромным удовольствием и выдумкой. Одна из шалостей. Хэллоуин был. Так. И они устроили здесь с детьми просто костюмированное, театрализованное действие, от которого я, честно, обалдел. Было все. Была эта тыква вырезанная, были костюмы, были гримы. Так народ, наверное, тут попугался, да? Вот. Испугали я людей? Я испугался. Вдруг вырубается свет, какие-то фонарики, я сижу там, что-то мы как бы все уже такие веселые, дети там себе, и вдруг Маша подходит сзади, говорит: «Поиграй со мной!» Я говорю: «Маша, прекрати, я боюсь!» Но это действительно было страшно. Ну, в общем, веселая штука была. Как там наши раки? Думаешь, уже можно чистить их? Да. Так, я думаю, огурцов хватит или все? Хватит, хватит. Ага. Вот давай теперь мы зелень немножко. Обязательно петрушка и обязательно укроп. Угу. Так, а я тогда начну уже чистить раков, да? Да, да, начинаю раков. Ну, все как обычно. Мы берем только вот мяско и чуть-чуть из клешни, да, если достанем. Ну, ты знаешь, я думаю, клешню не надо. Давай мы только... Раковые шейки. Раковые шейки, а клешню мы уже потом так, как на десерт съедим. А можно ножницами, хорошо? Нужно ножницами. Угу. Хотя я могу и руками, но смотри, подрезаешь... Хвост? Так, ти-ти-ти-ти, там мясо только. Эконом мяса, Надя, да? Да. Так. Вот. Ну, я обычно вот здесь надламываю вот так. Но можно тоже ножницами. Так, обрезать? Да. Угу. Ну, вот раз. И ничего сложного нет. Абсолютно. О, отлично. Вот. Но еще одна деталь. Нужно вот эту черненькую штучку обязательно вытащить. Да. Все. Сейчас, Владимир, держи себя в руках. Вот. И не ешь рака. А очень хочется, честно тебе скажу. Да, мы можем вот сюда складывать. Отлично. Я тебе должен сказать, что, оказывается, из панциря тоже можно готовить прекрасный соус. Да. Когда он взбивается, добавляется масло, и это обалденно. Также можно и с крабами делать, и совсем. Клешни, естественно. Ножки, естественно. То есть тут очевидно, кто работает, а кто ест раков. Да, поэтому тут много всего, что еще можно использовать с удовольствием. Ну, теперь мне нужно смешать и взбить даже, я бы сказал, блендером хрен и сметану. Угу. Это то, что мы будем добавлять в окрошку, да? Да-да-да-да-да-да-да. Оно будет придавать ей такой насыщенный вкус. Я тоже очень люблю использовать для смешивания таких ингредиентов кухонный блендер, потому что быстро получается и все, да, однородно. Да, быстро, быстро и однородно. 200 грамм сметаны и 50 грамм хрена. О, такая это... остренькая будет. Да. Ну что, взбиваем. Угу. Я думаю, достаточно. Да, нам же просто что-то перемешать. Отлично. И теперь мы добавляем сюда квас. Вот примерно литр. Я и все это еще раз перемешаю. Какой коктейль как получился. Красиво.
Это готово. Есть. Раков почистила. Отлично. А это кто? Я чего-то его придержал. Он не хочет в окрошку, мы его так съедим. Давай съедим. Да. Я тебе предлагаю быстро. Тем более ты так быстро их и чистишь. Владимир, отлично. Давай, вот ваши раки тебе прекрасны. Я тебе хочу сказать, да, что я еще прекрасно готовлю лягушек. Так что имей в виду. Раковые шейки целиком туда? Я думаю, давай все-таки по половинке их, да? Давай. Чтобы растянуть удовольствие. Угу. Так хорошо и правильно ты сварил. Мясо, да, не жесткое, а мягкое, жесткое и сочное, да. Просто это прелесть. Это очень важный вопрос. Есть? Угу. Ну что? Прекрасно. А соль, перец вот сейчас по вкусу? По вкусу, да. Да? Да. Посолим? Конечно, обязательно. И чуть-чуть перчика, да? Ну, как хочешь. Ну, не будем злоупотреблять, но чуть-чуть надо. Ну что, я тоже попробую. Давай. Отлично. Вот просто чувствуется, что ты уже не в первый раз ее, да, готовишь. Сразу раз и идеально. Ну что, Надюш, Маша уже скоро со школы, здорово, придет. Я думаю, нам нужно накрыть стол. И будем есть окрошку. Да. Ура. А я пока напомню, как мы ее готовили. Возьмите раков, хлебный квас, огурцы, зелень, вареные яйца, сметану, хрен, соль и перец по вкусу. Раков вымыть, отварить в подсоленной воде с зеленью в течение 12-15 минут. Огурцы очистить от кожуры, нарезать мелким кубиком. Зелень измельчить, яйца нарезать кубиком. Сметану взбить с хреном, добавить квас, залить остальные ингредиенты. Машенька, ну папа о тебе столько рассказывал, я так рада, что ты уже к нам присоединилась. Ты кушать-то хочешь? Да, очень голодная со школы. Попробуем? Она строгий судья. Давай. Давай, пробуем. Главное сразу, чтобы раковая шейка попалась. Вот она. Да. Хороша. Остренькая такая. Очень вкусно. Да, очень вкусно. Что мне еще очень нравится в этой окрошке, она такая легкая, потому что мясо раков все-таки, конечно, легче, чем традиционное, да, из которого окрошку готовят. Да, для летнего стола вообще это незаменимое блюдо. Предел. Машенька, ну вот мы с папой хорошо познакомились, с тобой тоже. Ты расскажи, какие у тебя планы ближайшие жизненные? Вот чем ты собираешься заниматься? Очень хочу хорошо закончить школу, чтобы потом учиться в Оксфорде, возможно. Ах, вот, папа, ты хоть знал? Ну, я тебе желаю удачи. Я почему-то уверена, что у Маши все получится. Я тоже уверен. Спасибо, что пригласили меня в гости. Мне у вас очень понравилось. А окрошка вообще восхитительная. Если вы хотите порадовать своих родных и гостей, это просто идеальное блюдо. Спасибо. Всегда рад. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.